моему партнеру, прекрасному профессионалу в своем деле, Екатерине Довго. Екатерина – эксперт по правильному питанию, действующая спортсменка, участница национальных чемпионатов по бодибилдингу, автор сборника «Вкуснейшие диетические рецепты сладостей», также автор тренинга «Трансформация тела к лету за 30 дней», ведущий тренер и основатель компании FitBrain. Если у вас какие-то есть вопросы сейчас, задавайте, что касается питания. Мы постараемся компетентно на них ответить, по большей мере психологической части. И сейчас мы рассмотрим, что вы сегодня узнаете. А у вас поменяется, во-первых, мышление. Вы пересмотрите свое отношение к продуктам. Вы сможете худеть, кушая при этом любимые свои продукты и ни в чем себе не отказывать. И множество другого, что вы можете увидеть на слайдах. И поставьте, пожалуйста, в чат десяточки, у кого была такая ситуация, что вы не можете соблюдать какие-либо диеты, либо ограничения, связанные с вашим питанием, и у вас не получается при этом сбрасывать свой лишний вес. Сейчас вот прибавлю чуть громкость, вот так как-то мне лучше стало слышно. Напишите, пожалуйста, если мне хорошо стало слышно. Ага, замечательно. Вот, и главный момент того, что когда мы все сбрасываем лишние килограммы и начинаем трансформироваться, это в первую очередь, что нам не хватает мотивации завершить начатое дело. Если мы приходим к результату, то мы срываемся. Зачастую это происходит из-за того, что мы уже получили желаемый результат. А вот когда мы его начинаем поддерживать, мозг протестует, и мы уже считаем, что нам не следует выполнять поставленную перед собой ранее программу. У кого такое было, поставьте плюсики в чат. У кого такое было, что вы сбрасывали 5-10 килограмм и при этом набирали еще 15 буквально через короткий промежуток времени. Я посмотрю внимательно, у кого была такая ситуация. Потому что сегодня я вам расскажу о уникальной методике, которую вы обязательно захотите попробовать. Наша программа помогла уже сотням людей. Мы сегодня разберем психологию похудения. В первую очередь мы рассмотрим алгоритм, как сбросить вес легко и улучшить свое качество жизни в целом. Прочитайте внимательно этот слайд. Это то, что мы все хотим получить, когда начинаем сбрасывать лишний вес. Во-первых, это оздоровление, это разгрузка суставов, разгрузка с нашего тела, чтобы мы лучше переносили физические нагрузки, чтобы мы стали более активной, подвижной. То есть это много-много всяких таких вот моментов, которые улучшают полностью наш уровень жизни. Итак, смотрите внимательно. Сегодня я хочу вам рассказать такую методику, как же все-таки все это сделать без особых усилий. Напишите, пожалуйста, на какой самый главный вопрос вы пришли получить ответ. Вот вы не ожидали, что сегодня будет тема трансформации себя, но вот если вы сегодня уже здесь присутствуете, напишите, что самое главное вы хотели бы решить, какой вопрос вы хотели бы уладить, будучи уже на вебинаре, посвященном трансформации своего тела. Итак, напишите, пожалуйста. У нас только участниц: Оксана, Галина, Елена, Ирина, Надежда, Наталья, Светлана, Олег, Татьяна. Если вы здесь, поставьте какие-то познавательные знаки в чат, пожалуйста, чтобы я видел, что вы меня слышите, видите, слушаете мой вебинар сегодняшний, потому что у нас очень интересная тема, которой бы я хотел уделить отдельное внимание. Итак, дорогие дамы и господа, если вы здесь, поставьте, пожалуйста, познавательный знак, десяточку, плюсик, потому как это очень важно лично для меня видеть, что вы меня слышите.
Замечательно. А среди наших участниц, Мила, хорошо. Напишите, пожалуйста, Мила, какой бы вы самый главный вопрос хотели решить и какой у вас текущий вес? Сколько на сегодняшний день вы весите и сколько килограмм вы хотели бы сбросить? Итак, дорогие участницы, я хочу пропустить всю эту предысторию и начать уже с основной нашей темы, потому как у нас времени совсем немного, и хотелось бы разобрать самые основные моменты. Ага, сбросить килограмм 7. Хорошо. Пройду нашу историю, так как у нас еще остается минут 35 до следующего спикера. И хотелось бы посвятить это время нашей основной части, моей 10-шаговой системе, которую мы вместе с Екатериной Довгой, моим партнером, прекрасным профессионалом и человеком усовершенствовали, таким вот образом, что она оптимально подходит индивидуально каждому человеку и дает стабильно постоянный результат. Это уже проверено не одним человеком, и сейчас мы подробно рассмотрим, какая практика с точки зрения мышления необходима для соблюдения, чтобы результат был стабильный, чтобы вот, Мила, вы сбросили 7 килограмм и так далее и тому подобное. Естественно, кто понимает, что за эти буквально 35 минут я полностью не смогу вам обучить своей системе, поставьте, пожалуйста, чат плюсик. Кто понимает, что я не успею полностью рассказать всю свою систему. И я хочу сказать, что то, что вы видите на слайде, это результат того, что замечательно вы примените и получите минус 10 килограмм и более. Также вы станете чувствовать гораздо лучше себя. Ваше физическое состояние явно улучшится. Вы почувствуете прилив сил, бодрости, энергии, легкости. Вы сможете просто чувствовать свой организм и при этом находиться в комфортном для себя состоянии. Также вы сможете одеть любимое платье, о котором вы мечтаете сейчас, если у вас есть лишний вес, который вы хотите убрать. Также вы сможете получать удовольствие от своего внешнего вида в зеркале, когда вы уже трансформированы, сможете на себя посмотреть и увидеть, как вы прекрасно перевоплотились. И много-много других выгод вы сможете получить благодаря этой системе. А главным элементом служит наша энергетика. Кто знает, что наша энергетика служит элементом реализации всех наших задач и желаний? Поставьте, пожалуйста, десяточки в чат. Кто знает, что наша энергия – это то, благодаря чему созидается все в нашем мире, в нашей жизни? Замечательно. Вот так вот, энергетика ваша будет после трансформации на наивысшем уровне, чтобы вы могли просто совершать шаги и получать результаты. И мы переходим к первому нашему шагу. Очень простые шаги, очень элементарное выполнение. Уникальность здесь в том, что все подробно мы будем рассматривать на нашем мини-тренинге, таком вот интенсиве, где мы уделяем внимание каждой участнице, разбиваем их на группы и работаем персонально с каждой, разбирая все причины и ситуации касаемо каждой нашей участницы. И первый наш шаг – это принятие решения. И я хочу вам сказать, запишите, возьмите ручку, тетрадку, установку, что можно так и переписать. Я намерена изменить свою жизнь раз и навсегда и похудеть раз и навсегда, изменить свою жизнь. Вот. Поэтому, дорогие мои участницы, участники, примите это решение, чтобы мы начали двигаться дальше. Это первый шаг для того, чтобы начать изменения в своей жизни. Принять решение, что вы не будете оставаться там, где вы есть на сегодняшний день. Это и будет служить нашим катализатором успеха, трансформации своего тела. После чего мы перетекаем во второй шаг наших действий. Это постановка нашей цели. Кто знает, как ставить цели, напишите плюсики в чат. Кто не знает, поставьте знак вопроса. Это очень интересный момент, потому что сегодня
мы поставим цель, чтобы начать уже ориентироваться на нее и двигаться в направлении трансформации. Возьмите ручечки, тетрадочки, записываем. Я, имя, сбрасываю 10 килограмм и более на 4 августа. У нас на слайде написано 22 июля. Немножко поздновато, но сегодняшнее число у нас 4 июля, именно 4 августа мы придем все к результату. После чего, когда вы поставили цель, мы научились, как это делать, мы начинаем приступать уже к подготовке к действиям. После подготовки к действиям мы переходим в такой шаг, как сделать замеры. И смотрите результат нашей клиентки, которая трансформировалась на 10 килограмм. Вы видите до, вы видите после. Заметная разница в преображении. Кому впечатляет этот результат, поставьте плюсик в чат, потому как мы старались, Екатерина, и максимально использовали нашу систему со всех сторон, чтобы дать конкретный результат. Замечательно. Мы всячески пытались помочь. И в первую очередь мы стартовали с момента взять физические параметры и показатели, чтобы от них отталкиваясь начать менять текущее положение вещей. А именно это рост, наш вес, возраст, объемы, жировые складки, а также фотографии себя на периоде всей трансформации. Мы смотрим каждую неделю в зеркало, фотографируем свой внешний вид, чтобы спустя определенное время, неделя, месяц, мы смогли оглянуться назад и сделать вывод и увидеть свое изменение, которое ведет нас к новому внешнему преображению. И также мы можем увидеть свой прогресс. Мы замеряем свой рост, во-первых, записываем вес, возраст, объемы, жировые складки, делаем регулярно фотографию, чтобы через время увидеть свой результат. Также мы переходим плавно в четвертый шаг, и мы видим тоже наш следующий результат. И психологический аспект этого результата, в первую очередь, это принятие себя. Напишите, пожалуйста, для себя как упражнение: «Я принимаю себя такой, какая я». Это в первую очередь формула для того, чтобы принять свое текущее положение вещей, чтобы мы могли гармонично реагировать на все ситуации в нашей жизни, на то, что нам не нравится наш текущий внешний вид, на то, что нам не нравится, сколько мы весим, на много разных факторов, которые нас всячески вгоняют в неприятное, негативное состояние. Поэтому, дорогие мои участницы, в первую очередь вы напишите, что вы принимаете себя. И психологический аспект состоит из четырех моментов. Первый из них запишите. Это уровень вашей мотивации, уровень подготовленности для того, чтобы начать меняться. После чего идет ваш настрой. Потом идет готовность действовать, менять текущее положение вещей. И после чего идет уже последний момент, когда вы сможете осознать, стоит ли вам меняться и преображаться. Поэтому еще раз повторюсь, мотивация, настрой, готовность действовать и понимание текущего положения вещей – это четыре фактора, которые вам могут прогнозировать ваш успех, либо показывать, когда у вас будет срыв. А срыв происходит часто, потому что каждый день мы делаем множество разнообразных действий, разнообразные принимаем решения, то ли положительные, то ли отрицательные, и ввиду всех этих выборов происходит результат. Когда мы знаем свое положение психологического состояния, мы осведомлены, что может произойти с нами через время. Поэтому, дорогие участницы, заведите дневник, где вы будете измерять свое положение психологического настроя. После чего мы перетекаем в аспект, который касается уже индивидуальных
действий индивидуальных, действий, которые мы предпринимаем на пути уже всей трансформации. Кто, у кого есть план действий, кто действует по плану действий по какой-либо сфере своей жизни, поставьте, пожалуйста, чат десяточки, кто знаком, что такое план действий, у вас есть он, вы его соблюдаете, либо слышали о нем. Это очень интересная тема. Напишите, пожалуйста, в чат. Итак, дорогие дамы и господа. Хорошо, смотрите. Переходим к следующему шагу. Из чего состоит план действий? Индивидуальный наш план действий. В первую очередь, это режим нашего дня. Режим дня, когда мы просыпаемся и ложимся спать, когда мы принимаем разнообразные действия, направленные на трансформацию своего внешнего вида, на прием пищи, на физические упражнения, на психологические практики, на все то, что нас меняет и приближает нас к идеальному внешнему виду. Поэтому, выполняя весь этот план действий, вы будете приближаться к своему результату. И только тогда у вас что-либо получится сделать. Дорогие мои участницы, я хочу вам сказать, что более конкретно и индивидуально рассматривать ваш план действий мы будем на нашем интенсиве, который в конце оглашу. Сейчас же я еще более подробно расскажу, что такое план действий. По нашему оптимальному плану действий главным образом надо начать предпринимать ежедневные, постоянные, периодические действия, направленные на наше преображение. Вот только тогда мы начнем менять, если каждый день мы будем придерживаться нашей системы, что впоследствии уже переходит к шагу. Шагу – наши первые шаги по плану. И вот первые шаги по плану – это уже первый результат для того, чтобы прийти к какой-то цели. Запишите внимательно. Я принимаю все свои ошибки как должное. Я принимаю их в свой опыт и легко иду дальше к своей цели. Это главный момент, который нас приблизит к тому, чтобы начать меняться. Первые шаги по плану осуществляются, когда мы уже подготовились к действию, когда мы уже знаем свой психологический настрой, свои физические параметры. Мы начинаем предпринимать шаги. И вот первые шаги – это уже есть первые результаты. Поэтому нам надо подготовиться. 80% успеха, даже 100% успехов состоят из 80% подготовки и 20% действий по закону Парето, если вы слышали такого. Так вот, эти 80% наших действий – это и есть подготовка. Мы ее сделали, и мы уже переходим непосредственно к активным физическим действиям, которые дадут нам результат. После чего мы переходим в следующий шаг, и хочу показать вам наш результат. Кто есть в нашем чате сегодня в классе возрастом 50 и выше, поставьте в чат десяточки, потому что я расскажу очень замечательный результат, который мы с Екатериной замечательно есть. Вот помогли преобразиться наши участницы. Это Рима, возраст сейчас 54 года. И вот в своем возрасте, вот вы видите грандиозную трансформацию в 17 килограмм, буквально за пару месяцев. Мы помогли преобразиться таким вот чудодейственным образом. Мы ее приглашаем на разнообразные наши тренинги, где она рассказывает подробно, как она так сделала, что поддерживает свой результат на сегодняшний день, ее вес 75 килограмм, стабильно сохраняется, и в таком вот преображении она находится регулярно. Делится своими секретами, вы можете с ней пообщаться, будучи на тренинге. Также вот я хочу сказать, что был использован весь багаж и арсенал наших практик, которые мы дали с Екатериной, чтобы прийти к определенной цели. А цель была сбросить себя. И мы пришли к ней, и у нас это гармонично вышло и получилось. Как вы видите, из лишнего веса в таком вот возрасте
трансформация привела к внешнему преображению, не только сбросу лишних килограмм, а также приданию эластичности, гибкости, стройности телу. Как видите, очень все подтянуто, красиво и по-спортивному. Такое вот атлетическое телосложение получилось. После чего, я хочу сказать, у нас есть восьмой шаг. Вот восьмой шаг – это наша постоянная мотивация и поддержка на всем пути нашей трансформации. Постоянная мотивация состоит из двух моментов. Первый момент – это внутренняя мотивация. И второй момент – это внешняя мотивация. Сейчас коснемся внутренней мотивации. Кто знаком с понятием мотивация, поставьте плюсик в чат, потому что сейчас мы более подробно рассмотрим этот нюанс. Сейчас я вот поставлю камеру, чтобы у нас было вот так вот лучше видно. Вот, отлично. Вот, супер. Вот, теперь мне отлично видно. Так, похудели, когда оставил за 3 месяца, но это было не самоцелью, а... Угу. Замечательно, Светлана, то есть... Ваш вес стабильно остается на уровне 70 кг, и вы замечательно с ним себя чувствуете. Я верно понимаю, поставьте, если так, в чат плюсик. Да, уже 2 года. Замечательно, поздравляю. У нас есть участница нашего сегодняшнего выступления, лекции на тему трансформации своего тела с таким вот замечательным результатом. Минус 15 кг за 3 месяца и уже 2 года. Держите его в таком вот состоянии, это очень замечательно. И вторая мотивация наша, внутренняя, более подробно ее сейчас рассмотрим, есть 2 видов. Первый вид – это образ создания нового образа себя, нового себя, которого, виду которой вы хотите прийти. Это может быть какие-либо актрисы, модели, те люди, которые тело этих людей вам нравится, либо это вы в молодости, к такому внешнему виду вы хотите вернуться. И вам важно развесить все эти фотографии, внешний вид, к которому вы хотите прийти, на видное место, чтобы в квартире, когда вы свободно проводите время, вы всегда могли увидеть свое новое преображение. То есть это в первую очередь мотивирует неосознанно вас прийти к такому вот виду себя, внешнему облику. Также второй вид внутренней мотивации – это наша работа с чувствами. Давайте на примере наших участниц напишите, для чего вам похудеть. Вот, я вижу, Мила написала, 7 килограмм хотите сбросить лишний вес. Напишите, пожалуйста, для чего вам это надо, для какого чувства вы хотите сбросить этот лишний вес, потому что все наши цели скрывают за собой чувства. И эти чувства, это благодаря тому, мы начинаем что-то менять в своей жизни, благодаря этим чувствам. Это такой рычаг нашего изменения. Чувства меняют всю нашу жизнь. Давайте примем внимание, что если мы хотим сбросить определенное количество лишнего веса, объем, то мы преследуем определенное чувство. У каждого это разное чувство. Например, на примере уверенности мы можем рассмотреть эту практику. Смотрите, главное полностью заряжаться этим чувством и регулярно использовать визуализационную практику. Кто знает, что такое визуализация, поставьте в чат плюсики. Это очень замечательная, интересная практика. Да, хотите быть молодой, то есть вы представляете молодость, хорошо, смотрите, визуализация, знаете, Мила, вы начинаете уединяться в спокойном месте, расслабляться, концентрировать свое внимание на себе, продышаться через вдох через нос, выдох через рот полной грудью, продышаться и начать представлять свое чувство, к которому вы стремитесь. Это и будет нашим успешным действием, чтобы зарядиться энергией на трансформацию. И такой вот практики вы выполняете каждый день в течение 5 минут для того, чтобы максимально прийти к своему результату. Вот это вот наша мотивация. Мы заряжаемся чувством, чтобы прийти к результату, а мы можем прийти к результату,
лишь будучи в состоянии уже полученной цели. То есть в этом настрое, в этом состоянии мы действуем сейчас, и мы хотим его получить. То есть мы просто придем к своей цели таким вот образом. Такая вот интересная практика, попробуйте, она простая в выполнении. Главное, выделяйте на нее время. И также вот есть еще второй вид, это внешняя мотивация. Внешняя мотивация тоже состоит из двух блоков. Первый – это единомышленники. И у нас на тренинге, на интенсиве, который мы в конце будем рассматривать, есть закрытый скайп-чат единомышленниц, в котором мы друг друга поддерживаем, даем обратную связь, в тяжелые минуты подбадриваем, напутствие даем, чтобы действовать дальше, чтобы приходить к своим результатам проще. Для этого мы поддерживаем связь с нашими участницами. Также наши участницы общаются между друг другом, чтобы подбадривать себя в тяжелые минуты и приходить к результату. Так проще, так эффективнее и так более гармоничнее можно получить любую цель. Кто знает, что 50% своего окружения это 50%, даже 100% вашего успеха это 50%. Они как, давайте так вот представим, 50% нашего успеха – это ваше окружение. Кто это знает, поставьте десяточки. Вот наша цель – это сбросить лишние килограммы, вот, чтобы к ней прийти. Замечательно. Нам надо запастись единомышленницами. И благодаря их поддержке вместе с ними мы можем получить результат проще и быстрее. И следующий у нас вид мотивации внешней – это мотивация ваших родных и близких. Благодаря этой мотивации вы можете подбодриться, взбодриться, вы сможете больше и сильнее действовать. Главное – объяснить своим родным и любящим людям, что для вас это важно, что для вас это приоритетно. И тогда вы сможете изменить их понимание этой ситуации, если сейчас у вас это не выходит. Объясните, что вы хотите прийти к результату минус 10 килограмм. И для вас именно важно здесь и сейчас начать получать от них поддержку и напутствие. И тогда, поняв вашу ситуацию, они будут содействовать вашему преображению. Вот такая вот простая мотивация. Главное объяснить и заручиться их поддержкой. Следующий наш кейс, вы видите, это после девушка после родов, Валерия. А если у нас присутствуют такие дамы после родов, поставьте плюсики в чат, потому что мы с Екатериной помогаем и такой вот категории людей, в таком вот состоянии положения вещей. Трансформироваться и сбрасывать лишний вес. Хорошо, если у вас нету, это замечательно. В такой ситуации, смотрите, вы видите явное преображение до и после, как было. О, я вижу, хорошо, да, Ольга, я вижу, что до, вы видите, лишний вес, после минус 12 килограмм за 1,5 месяца. Явное преображение. Валерия сейчас тоже продолжает меняться вместе с нами в режиме работы онлайн. Очень замечательная трансформация. И следующий у нас шаг – это коррекция результата. Записывайте. Я всегда могу изменить результат, изменив детали. Что это значит? В первую очередь, когда вы ведете учет своих действий, когда вы ведете учет своего направленности внимания, вы в первую очередь, изменив какую-либо деталь, изменив задачу, изменив цель, изменив путь, можете поменять ситуацию в целом. Поэтому, дорогие дамы, изменив любую деталь, вы можете изменить любую ситуацию. Для этого вам необходимо вести учет всех наших параметров, которые я озвучивал. И последний замечательный шаг – это празднование успехов. И вот празднование успехов записывайте. Я отмечаю все свои победы. Это наш спасательный круг.
Я сейчас объясню почему. В первую очередь, когда наступает стресс и срыв, наш мозг обнуляет все наши воспоминания, все наши моменты, направленные на то, чтобы действовать целеустремленно. И вот в эти моменты главное заручиться поддержкой и чтобы мозг в тяжелую минуту вспомнил о чем-то очень хорошем. Так вот, все наши продвижения, все наши успехи мы празднуем, мы отмечаем для того, чтобы в тяжелые минуты мозг выдал нам ярко зафиксированное эмоциональное воспоминание, и оно послужило нам трамплином для дальнейших действий в этом формате, так как мозг любит получать удовольствие, и это уже напрямую связано с нашим празднованием успеха. Мы начинаем прогрессировать, празднуем успех, получаем результат. И таким вот, по такой вот последовательности мы и можем прийти к пониманию всей серьезности празднования успеха. Праздновать надо постоянно, регулярно и когда у вас есть продвижение. Праздновать можно разнообразно, купить любимый абонемент в спа-салон, сделать массаж, косметические процедуры, заняться шопингом, купить любимую вещь, поехать на курорт с родными и так далее и тому подобное. Очень множество разных есть способов, что можно сделать, чтобы закрепить успех. И вот это вот были 10 простых шагов, которые меняют психологию восприятия любой ситуации. Для этого лишь нужно и грамотно применять регулярно и получать свои классные результаты, как и получили все наши клиенты, которые вы видели, которым показал я на фотографиях, и то, что пришли к своим целям. Также я хочу вам задать вопрос, кто хочет стать нашей следующей историей успеха, которую мы можем трансформировать, сбросить лишние килограммы, прийти к результату, который вы мечтаете, чтобы вы прекрасно уже сегодня выглядели, замечательно чувствовали и двигались в направлении трансформации себя. Это программа, от которой невозможно отказаться. Прочитайте внимательно. Для тех, кто еще не в форме, для тех, кто достоин лучшего своего внешнего вида, для тех, кого достал свой внешний жир, который вы хотите убрать, кто устал от этих тренировок и у вас не получается что-либо сделать, кто перепробовал массу разнообразных методов и практик. Для вас 5-дневный онлайн-интенсив, который вот сейчас мы ведем с Екатериной, с которой я буквально сорвался и прибежал в класс, чтобы вам рассказать о нашем интенсиве, который изменит вашу жизнь раз и навсегда. Ленивая похудейка. И что же вы получите на самом интенсиве? Посмотрите внимательно. Главный результат – вы похудеете до 5 килограмм. Если вы будете выполнять все наши методики, которые мы прописываем каждый день в виде домашних заданий с Екатериной, у вас будет бесконечное знание, как же все-таки трансформироваться, как же все-таки выйти на новый качественный уровень своего внешнего вида. Вы обретете способность кушать все, что вы любите, и при этом худеть. У вас будет свой персональный рацион. Также у нас будет 8 часов персональных встреч, ежедневные домашние задания, плюс обратная связь, видеоуроки, диагностика и рацион нашего питания. Также будет самоучитель по обновлению мышления. У вас будет видео набор тренировок, как правильно упражнять, выполнять упражнения. У вас будет дневник физической активности, дневник питания. У вас будет персональная диагностика плюс персональный рацион. Также у вас будет психологический настрой, от которого вы замотивируетесь раз и навсегда начать действовать и приходить к результату. Это та малая часть, которую вы можете получить, будучи вместе с нами. И как вы думаете, сколько это стоит? Очень интересный вопрос. Напишите, пожалуйста, ваше предположение. Сколько же стоит участие в нашем интенсиве «Сбрось легко лишнее кило»?
У вас есть возможность еще начать принять участие в нашем интенсиве. Он сейчас вот только начался, сегодня первое ознакомительное занятие. И вы можете присоединиться к нашей группе, где мы в узком кругу начинаем решать все ситуации каждой участницы. И только сейчас, в течение 5 минут, у вас есть возможность приобрести наше участие с бонусами по очень супер выгодной цене. Для тех, кто сейчас делает заказ, можете давать кнопочку ссылочки на наш продукт. Вот, замечательно. Вы перейдете на такую вот страничечку, где вы заполните все поля, e-mail, телефон, пожалуйста, запомните, со всеми корректными междугородними, международными циферками, чтобы мы могли с вами связаться. После чего, когда вы заполните, вас ждет пакет бонусов. И первый пакет бонусов – это быстрое жиросжигание, похудение к лету в домашних условиях. Это видеокурс, в котором мы конкретно рассматриваем, как же все-таки в домашних условиях похудеть к лету, избавиться от лишних килограмм и при этом преобразиться. Мила, Галина, Наталья, хотели бы вы преобразиться раз и навсегда, сбросить за время нашего интенсива лишние 5 килограмм? И это только начало. Преследуя эту методику, можно сбросить от 10 килограмм и более за 4 недели. Это реально, потому что ко всему вы получите массу полезного материала, который вам поможет к этому и усовершенствует. Потому что уникальность нашей методики, в первую очередь, помимо нашего постоянства результата, это индивидуальный подход каждой участницы нашего тренинга. Вы узнаете, как сделать первый шаг навстречу похудению. Это мое видео мотивационное, в котором я подробно рассказываю все подводные камни этого процесса мышления. Как же сделать шаг, первый шаг и начать сбрасывать лишний вес, который вас достал. Который достал ваше тело и ваш внешний вид. И вам не удовлетворяется понимание того, что вы видите в зеркало. Вам не нравится свой внешний вид, после чего вы можете преобразиться и получить желаемый результат. Эти пакеты бонусов вы получите, если сейчас нажмете кнопочку «Принять участие». И также будет второй пакет бонусов от Екатерины, авторский сборник диетических рецептов сладостей. Вы можете в домашних условиях, не напрягаясь, готовить вкусности и при этом худеть, сбрасывать лишние килограммы, оставаться стройной и при этом быть счастливой, так как вы кушаете разнообразные сладости. И также от меня будет волшебная медитация, благодаря которой вы будете терять вес без усилий и диет. Даже во сне. Для этого вам всего-навсего надо принять удобное положение, включить наушники и слушать мою медитацию, следовать всем действиям, которые я описываю. После чего вы настроитесь на похудение и начнете терять вес без особого напряга, без диет, причем даже во сне. Это супер бонусы, которые получат наши участницы, подписавшись на наш пакет. И с завтрашнего дня в нашем тренинге, который длится еще 4 дня, запись первого занятия вы получите автоматически. И также вы сможете продолжить получать все наши домашние записи постоянно, так как они будут в неограниченном времени. В любой момент вы можете их поднять и прослушать все, что там записано и написано. Еще раз хочу вам сказать, дорогие участницы, кто еще думает, вы можете внести комфортную для вас сумму сейчас, завтра доплатить полностью участие в нашем тренинге «Ленивая похудейка», где даже самая ленивая участница может прийти к результату, сбросить лишние 5 килограмм.
почувствовать себя уверенной, почувствовать уверенность в своих силах, способность к тому, чтобы носить любимую одежду, которую вы ранее мечтали, чувствовать прилив энергии, бодрости, сил, получать удовольствие от восхищенного взгляда окружающих людей, потому что ваша трансформация в первую очередь касается вашего внутреннего преображения. И много-много разных инструментов вы еще получите ко всему. Также индивидуальная диагностика, которую никто, как я собирал статистику, не предлагает и мало кто дает на такого уровня тренинги. Мы хотим с Екатериной максимально вам помочь и всячески подобрали максимальное количество бонусов, чтобы они вам принесли пользу. Поэтому, дорогие мои участницы, начинаем трансформироваться, начинаем меняться вместе с нами, вместе со мной, Нестеренко Богданом и Екатериной Долгой. И ждем всех вас завтра на нашем тренинге «Ленивая похудейка». У кого есть вопросы, пожелания, напишите, пожалуйста, потому что я буду уже прощаться. К сожалению, наше время тренинга, которое мы вот спонтанно решили провести, подходит к окончанию. Если у вас есть какие-либо вопросы, я готов ответить. Всем желаю прекрасного настроения, прекрасного преображения своего внешнего вида. И буду рад вас всех видеть на нашем тренинге завтрашнем «Ленивая похудейка». Всего доброго. Пока-пока.